Модель BDS-577 – это следующий шаг компании Harman Kardon в сторону инновационных мультимедийных систем, обладающих высокими характеристиками. 5 усилителей класса D позволяют развивать мощность в 65 Вт на канал при 6 Ом. Модель поддерживает все основные кодеки, включая HD-аудио, и может масштабировать видео стандартного разрешения до 1080p. Удобное меню и интуитивно понятный интерфейс облегчают управление и настройку модели. Система автокалибровки акустики позволяет легко подружить колонки с помещением. Для беспроводного потокового проигрывания аудио с мобильных устройств предусмотрена функция AirPlay, а также встроенный модуль Bluetooth. Поддерживается протокол DLNA, в соответствии с которым BDS-577 может воспроизводить аудио, видео и фото, хранящиеся на ПК или серверах NAS локальной сети. При интернет-подключении становится доступным контент веб-сети, поддерживаются сервисы YouTube и Picasa. Входы тыльной стороны корпуса, 3 HDMI с поддержкой 3D, компонентный, коаксиальный, 2 оптических, LAN-интерфейс. Выходы, 1 HDMI с ARC, выход на сабвуфер. Для подключения акустики предназначены 5 пар винтовых клемм. Есть вход для ИК-приемника, триггерный выход и гнездо для FM-антенны. Ресивер может работать фактически с любым набором соответствующих ему по импедансу колонок. Аппарат представляет собой универсальный центр развлечений и обеспечивает великолепное качество звучания и изображения.